бодрствование, сон – это все, можно сказать, уровни осознанности нашего сверхсознания. И наша эта осознанность растет от на уровне ума, сознания, подсознания и сверхсознания. Когда человек находится в подсознании, мы называем это сон. А цель, да, осознаться на уровне подсознания. И есть техники бодрствования, есть техники сна. То есть вообще в жизни человек должен осознаться в четырех действиях. Статика – самое простое. Сидит человек, не двигается, так как любое движение разгоняет кровь, ветра, и ум возбуждается. В статике самое легче осознаться, потом динамика, третье – питание, осознанность во время питания, четвертое – сон. И как только человек своим полем непрерывного присутствия объединит все, он достигнет духовной реализации и сможет удержать это больше 24 часов в суток, ни на секунду не отвлекаясь.